Доброго времени суток! 20 марта 2019 года МТС запустил сервис «Обнови пакет» для тарифов линейки Smart Mini, а спустя полгода он добрался и до других тарифных планов. С 17 сентября 2019 года абоненты большинства тарифов МТС с абонентской платой смогут обновлять пакеты минут, СМС и мобильного интернета до конца расчетного периода. Как работает сервис? Вы активируете услугу «Обнови пакет». К вашим остаткам прибавляются новые пакеты. К примеру, если у вас на тарифе 500 минут и 10 гигабайт мобильного интернета, но на текущий момент осталось 200 минут, а мобильный трафик полностью закончился, то после активации услуги у вас станет 700 минут и 10 гигабайт мобильного интернета. Затем у вас списывается абонентская плата. Как вы уже поняли, услуга является условно-бесплатной, конкретно за нее лишние деньги не списываются, но абонентскую плату по тарифу заплатить придется. При этом следующая абонентская плата спишется через месяц. Получается, что при активации сервиса «Обнови пакет» вы сдвигаете абонентский период к текущему дню. Тарифы, на которых работает сервис «Обнови пакет», вы сейчас видите на своем экране. Для некоторых абонентов услуга может стать вполне полезной. Если срочно нужны пакеты, а до их обновления ждать совсем не хочется, то можно просто их обновить. Активировать сервис «Обнови пакет» можно одним из следующих способов. Команда «#929 решетка» или смс с любым текстом на номер 9290. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.